Всем привет! Продолжаем гулять по выставкам Петербурга. Музей Ирарта представляет выставку фотографа Николая Эндегора. Ретроспективу 15-летнего французского периода творчества автора. Вот что написано в анонсе. Доктор технических наук, автор монографий и научных статей по анализу данных и автоматическому распознаванию образов, Николай Эндегор открыл для себя фотографию в 2005 году. Стремясь раскрыть глубокое родство живого и неживого, Эндегор обратился к основе фотоискусства – светоописи. На его снимках люди в объекты одинаково одухотворены, неразрывно связаны друг с другом, а городское пространство, подобно живой природе, течет, преломляется, искривляется. В объективе автора архитектура начинает дышать, приходит в движение, неживые предметы наполняются эротизмом, особой притягательностью. Этот эффект рождается из подчеркнутой природной изогнутости форм, их фрактальности, которые тонко подмечает фотограф, подобное основанное на подобном и множится до бесконечности. Лестничные пролеты Эндегор закручивает в ленты Мебиуса. Вероятно, именно так когда-то их и задумывали архитекторы модерна. Чувственные скульптуры конца 18 столетия расцветают у него настоящей плотью. Автор продолжает творить там, где когда-то остановились мастера прошлого. Многие работы фотографа напоминают упражнения в классической композиции, как будто он вновь и вновь возвращается в выставочные залы, поразившие его в юности. Ученый и человек 21 столетия ищет в себе чувство ренессансной гармонии. Его фотография обладает особой музыкальностью. Здесь в контрастном свете и тени задается ритм, а линия обращается в мелодию. Вот как написано в анонсе к выставке Николая Эндегора или Эндегора, я не знаю, как ставить ударение, несовременная фотография, которая проходит в музее РАД на Васильевском. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Познакомились с работами.